Привет, ребята! И это первая часть по показыванию комнаты для своей Барби. Это я ее разделила за две части, потому что у меня нету много места на своем телефоне. Он достаточно такой, не очень поместительный. Я решила просто две части снять. Начнем. Ладно, тут у меня на стене такие вот узорчики всякие. Я думала, что я хорошо показываю. Вот так. И вам все видно. Ну, в этой части у меня вот есть Барби картинка на пляже. Еще одна картинка на пляже. Еще это все на пляже. Мне просто очень такие картинки понравились. И тут у меня ее питомец. Ну, такая вот питомец. Зоя. Вы мне напишите в комментариях, зачем ей питомец зебра. Ну, это я как бы сделала не зебра, а собачка. Не знаю, как мне это сделать. Но я ничего, я оставлю. Она сидит на кресле. Таком. Королечишечка. И ее корм. Это не ее. Собачий. Ну ладно. Вот так. Здесь у меня диван. Здесь ее книжка нашей Барби. Вот так на подставочке. Ее диванчик розовый. Мягенький. Ну и из фольмирана сделать такой. Ой, не из фольмирана, а из ветра сделать такой. Вот розочку красивую. И у меня пол из фольмирана. Тик-тик-тик, я не хорошо его приклеила. Мне просто не хватило клея. Ну ладно. Я закончу эту часть. Самая последняя. С вот такой вот коробочки. Так. Здесь у нас рюкзачок. Он бы на брелечке. Такой синенький с миником пупсиком. И здесь у нас лежит чемодан розовенький. Вот так. Ну, и сумочки Хоулин. И ее чемодан. Как бы здесь две части. Здесь рисунок такой. И это поднимается и обратно. Вот так. Ну ладно, ребят, я думаю, вам понравилась моя часть этой комнаты. И во втором части я вам покажу ее туалетный столик и ее шкаф. Ну ладно, ребят, если вам понравилось это видео, ставь лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!